были такие моменты, особенно, например, когда у них была дискуссия, причем публичная, на страницах советского спорта с Евгением Ловчевым. И я должен был, естественно, отстаивать интересы Валерия Карпина. Это было где-то примерно 5 раундов. Причем газета уже была на флажке. Ее нужно было подписывать. Я был редактором, я в курсе. Откровенно говоря... Я в советском спорте в тот момент был еще. Да-да, я помню. В последнем раунде, когда Ловчев попытался обескуражить заключительной атакой Карпина, Валера мне сказал по телефону: «Леонид, ну я уже не знаю, что ему говорить».